Так, ребят, сейчас я вам покажу сорт нейтрального светового дня. Ремонтантно, как его еще называют. Это сорт Мальга. Мальга, конечно, красавица сама по себе. Ягодка вытянутая, как у нас любят. Ягодка вытянутая. Она не темнеет, она розового цвета. Но это уже как бы она не первый сбор, это уже остатки урожая. Плодоносит она уже 2 недели, где-то с 15 апреля. Сегодня уже конец апреля. Значит, вот такая вот ягода, смотрите. По вкусу Марьга. По урожайности, конечно. Вот сейчас я пробовал кабрила. Сейчас вот пробую Мальгу. Но уступает она. Кабриле она уступает. И по срокам созревания, конечно, Мальга уступает кабриле. Спеет она чуть-чуть, конечно, позже в одинаковых условиях, чем кабрила. Сейчас вот вам покажу. Для сравним ягоду Мальги и ягоду кабрила. Знаете, все усыпано, да? Все усыпано. Все усыпано. Вот смотрите, это Мальга. Это кабрила. Видно, да? Качество и размер ягоды, конечно. А это клэри. Вот так вот. Сравнить, чтобы. Это Мальга. Вот такая вот ягодка.